Всем привет, ребятки, вы на канале Дудаплей, и мы сегодня играем такие замечательные игры, как Double Impossible Mega Ramp, поиграем, офигенная игра, посмотрите, Hills of Steel, поиграем в танки, также новая игрушечка у нас будет, Horizont Chase Turbo, вообще классная игрушка, классная, Hot Wheels, Kick the Body и Noob против Pro 2. Ну что ж, давайте приступим, посмотрим, поиграем. Играем в такую интересную игрушку. Гоночки. О, гоночки. Мои любимые гоночки, ребята. В стиле ретро. Так, а там ускорение. А, ускорение на пробел. Ох ты, ё-моё, помешал мне, да, гад? Ладно. Достаточно-таки быстро мы едем, хорошо. Так, 11-ми. Ой, монетки, я пропустил монетки. Да ё-моё. О, вот, что-то мы собрали. А чего вы такое собираем? Так, это бензинчик, я вижу. А там, наверное, просто очки какие-то. Так, два круга осталось. Так, нет у нас ускорителя. Ускоритель закончился. Давай, вот эти собираем. Едем, быстро. А, не мешайся, зеленая машинка. Мне нужно выиграть гонку. Так, пока что 7-й. Что-то собираем. А, это может ускорение? Слушай, а может нет? Да. Это что-то непонятно что. Ох, нифига! Это сам, я перевернулся. Так, у нас третий круг, последний круг едем. Так, пока что 7-й. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Может просто-напросто мы еще не умеем ездить. Я играю в эту игрушку второй раз. Нам надо прокачивать тачку. Так, удачи в правом ряду. Опа, я ему даже помог, прикинь. Подбил ему. Так, бензик. Так, ну бензина у меня дофига. Так, все. Я третий приехал, да? Ну, весьма неплохо. Так, ребята, играем. Hot Wheels. И у нас здесь мы открыли машинку. Но машинка, ребята... А, нет, не взорвись. Да, взорвались. Угу. Еще раз посмотрим, давайте. Мы открыли такую машинку, давайте на ней попробуем проехаться. Увеличим ей скорость, обновим. Так, что у нас тут еще есть, обновляшки? Есть. Хватку тоже мы обновляем. Так. Ага, еще требуется. Ладно. Ну, поехали. Поехали, попробуем на этой машинке с вами, ребяточки, проехать. О, мы хороший бэк-эйр сделали. Нормально. Так, здесь мы пока ничего не будем делать. Такого страшного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. А-а-а, баланс теряем. Ладно. Сейчас мы заберем монетки. Хорошо. А здесь я не знаю, что. Поднимемся мы или нет. Здесь вот очень такой вот, крутой очень подъем. Я не могу сказать, что мы поднимемся, конечно. Не хватает энергии, да. Мощи не хватает у машинки. И все, и топливо закончилось. Давайте возьмем другой автомобильчик. А, другой. Играем в такую игрушку, ребята. Посмотрим, понравится она или нет мне. И посмотрим, понравится она вам или нет. Поставьте лайк, если нравится. У нас на прицепе машинка. И мы, получается, ее транспортируем. Опа, притормозим немножечко. Так, давайте здесь немножко проедем. Так, звездочку получили. О, в принципе, прикольно. Ну да, мой пикапчик транспортируем. Так, давай едем. Хорошо. Так, что у нас здесь? А, все, уровень пройден. А, замечательно, хорошо, классно. Следующий вызов. Ага. Давайте посмотрим следующий вызов. У нас вызов второй. Офигеть, там еще будет какая-то штука. А ну, а сколько всего уровней, ребята?
Посмотрим, 15 уровней у нас. Офигеть. Ну ладно, поехали на второй уровень. Так, у нас... можно выбрать, кстати, машинку. Давайте выберем. А, тысячу долларов стоит. Ну давай пока на синенькой поедем. Синенькая тоже классная машинка вообще. Сейчас поедем. Поехали, поехали. Так, разгоняемся немножечко. Это у нас, ребята, второй уровень. Второй. Сейчас посмотрим, что здесь вообще делать надо. И сколько мы сейчас зарабатываем денег. У меня уже 1000 есть. Я могу уже купить новую тачку. Поэтому это очень даже неплохо. Так, аккуратненько поворачиваем. Вау, нифига, нормально. О, мне нравится эта игрушка. Мне нравится управление. Так, а здесь проход закрыт, да? Хорошо. Хорошо, едем сюда. Опа, отлично. А там что было интересного, ребята? В принципе, мы проехали уровень. Ну, не сложно пока. Пока не сложно. Все хорошо. Давайте следующий вызов. Посмотрим. Вызов третий, уровень третий. А сколько у меня денег сейчас, интересно, будет? Было 1000. Вау, почти что 2000. Так, а ну, смотрим, сколько у нас тут всяких машинок много, офигеть. Ладно, давай тогда возьмем вот эту вот голубенькую. И, здесь получается красная тащит полицейскую. Давай попробуем разблокируем красненький автомобильчик, который будет транспортировать полицейский автомобиль. Все, сели, поехали. О, мы транспортируем полицейскую машинку, ребята. А у нас там впереди какая-то штука. Она... Ё-моё, надо ее проехать аккуратно. Офигеть, иначе она расфигачит машинку нашу. Так, что-то управление какое-то, алло, либо она слишком гоночная, что-то я не понял. Быстро едет она. Так, здесь нам нужно сделать такой небольшой разворотик. Разворотик, чтобы вписаться в поворот. О, ребята, синенькая даже мне больше нравилась машинка почему-то. Так, а это что такое за крутилка? А, она просто так для красоты, что ли? Ну ладно, нормально. Ну, этот уровень тоже, в принципе, мы хорошо проехали, несложно. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Главное доехать. Доехать, главное до финиша. Есть, ура, мы доехали до финиша, ребята, уровень пройден, замечательно, прикольная игрушка, если нравится, ставь лайк. Наш бадди заснул, ребята, кик за бадди, просыпайся. О, привет. Так, слушай, давай, знаешь, что сделаем? Давай запустим, посмотрим, что тут, у нас тут есть. Став. У нас есть, короче, став, профиль, экстра и декор. Экстра. Что такое экстра? Тут это, я не знаю. Давай этот став посмотрим. Автоматы. Так, вот такой автоматик есть. Ну это просто стреляет, да? Просто стреляет. Неинтересно. Есть у нас еще, ребята, мины C4. Они у нас взрываются, да, получается, мины? Да, если бадди подойдет к минам, опа, он на них нажимает, и они взрываются. Давайте сделаем такую тропинку, дорожку. Ой, надо аккуратненько ставить, чтобы они, не взрывались. Все, бадди, ты зачем туда подходишь, алло? Видишь, бадди еще ходит туда. Опа, взорвался. Давай сейчас... Ой, тихо, аккуратненько. Да ё-моё. Так, давай вот так вот сделаем. Поставим минки наши. Он сейчас подойдет к минкам и щелкнется. Так, сейчас подождем. Опа! Получи! Получи еще, щелкаешься, видишь? На! Так, поставим такую дорожку. Ой-ой-ой-ой-ой. Дорожку надо поставить. Опа! В коробочке бегает и щелкается. Так, это у нас такие, ребятушки, мины. C4. А что у нас еще есть? У нас есть
Вот такая вот ракетка. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Все, Бадди лег отдыхать. Так-то. Ой-ой-ой-ой, прости, Бадди, извини. О, на! Тю-т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 ю. Все. А, что мы там? А, лайк. А, подождите с лайком. Подождите с лайком. Эх, а, смотри, получается 600, у нас $600, да? Так, после тюлек, так, ух ты, а тюльки много денег дают, смотри. 668 у нас. Можно что-нибудь потом еще докупить. У нас еще такие есть гранатики. Гранатки. О, ё-моё, бедный Бадди, бедолажечка. Ладно, не будем его сильно мучить. Вот такой у нас нубик, ребята. Который не хочет сидеть в тюрьме. Ну и правильно и делает. У него есть идея. Да, загрузиться вниз. И у нас есть такая вот, ребятушки, двигатель. Так, у нас денег не хватает на новый двигатель. Ладно, поехали. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай, нормально. Едем, ребята. Так, а чё, ты чё остановился? Едь давай. Я на газ не нажимаю. Ё-моё. Так, взрывчаточка. Взрывчаточка. Так, чуваков я этих убил. Едем, едем, едем. Ой-ой-ой-ой, что-то меня вообще колбасит. Ну, переворачивается. Почему ты не... Ты должен... Вот так, молодец. Ровненько ехать. Особо не переворачиваться. А вот у нас вопрос, ребята, как ты думаешь, доедем мы до бензобака-то или нет? О! Да где у нас тут бензобак должен быть? Нормально, едь вот ровненько. О, молодец. Эх, немножко не доехали. Кончилось топливо. Заработали аж $500. $600, что ж купим? Давайте купим бензобак. Давай. И, блин, не хватает у нас на лук. Ладно, на лук не хватило. Ничего страшного. Едем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох ты! 3 стрелы осталось, ребята. 3 стрелы. Будем аккуратненько ехать. Может, еще хватит. Ох, нифига его, смотри, колбасит как. Нашего нубика. Давай, 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 давай. Ладно. Сейчас мы попробуем. Сейчас мы купим еще стрел. Ой, спасибо. Спасибо. Так, за каждые даже сбитые коробки нам денег дают. Да, здесь нам надо еще стрел побольше. Ох, чуть-чуть мы, ребятушки, не доехали. Но заработали зато кучу денег. 628 монет. Давайте приобретем лук. О, у нас еще есть возможность его проапгрейдить. Максимально? Максимально проапгрейдили лук. Отлично. 14 стрел. Отличненько, отличненько. Давай, нубик, едем и попробуем всех зомбаков зафигачить. Вот, мы пока играем, ребята, за нубика. Но когда мы его полностью прокачаем, у нас будет про, а не нубик. Прошечка. Вот это его колбасит, вообще конкретно просто. Просто конкретно колбасит. Так, пролетели здесь. Кто у нас там? 4 стрелы есть. А, как раз я вот этих зомбарей щелкну. Так, еще одна стрелочка у нас есть. И здесь у нас все равно однозначно заканчивается здесь бензин почему-то. Ну что ж, попробуем еще раз проехать эту карту. Угу, получили первую бомбочку. Так, ну этого танк будет легко уничтожить, да. Хорошо, что он медленный достаточно-таки. Так, вертолетчик сейчас появится. Сейчас мы его подождем. А, ну, я не знаю, должен же появиться, правильно? Не, давайте проедем немножечко. А, тут вот дружище у нас еще и ждет нас. Но сейчас вертолетчик должен подъехать. Подлететь. Нет? Как так? Отсюда, может быть? Ладно, вот едет этот. На ракетке. Так, этого сбили.
Ждем вертолетчика. Нет, нет никого. Странно. Сейчас, наверное, появится. Но сейчас-то уж точно должен. Нет, нету никого. А здесь? Есть. Уничтожили. Едем аккуратно дальше, смотрим, что тут находится. Здесь у нас будет танк очередной. Либо еще один вертолетчик. А нет. Это этот гад едет. Так, это стреляющий чувачок едет. Ну, я его сейчас, наверное, щелкну. Да, получает урон. Ой, хорошо. Давай еще. Да. Он сейчас подъезжает, мы его стреляем. Ну да, надо ждать, чтобы волну его накрывало. Не, немножко накрывает, он что-то тормозит. Подъедем поближе немножко, может быть. Либо наоборот, подальше надо. Ну и все, сейчас последний удар, и он щелкнется. Да, готов. Готов. И сейчас будет вертолетчик. Ждем. Нету. Да, вертолета не будет. Нам надо немножечко проехать. О, нету. Не хватает тяги. Отъедем назад немножко и вперед. А за этим холмом будет. Вертолетчик. 100%. Ждем. Нет. За этим холмом не будет. Либо здесь он будет. Но где-то должен. Где-то должен появиться. По крайней мере, можно здесь встать. Нифига, никого нету. Вот, танк зато есть. Который меня нахлобучивает, а? Просто так. Просто так взял, нахлобучил. А я все вертолетчиков жду. Которых нет. А, есть! Два вертолетчика. Ё-моё! Все-таки они приехали. Прилетели. На, есть, готов один. Один готов. Но сейчас он будет опять ехать. На тебе! Да как вы меня достали, а? Вот он. Есть! Так, теперь этого надо будет уничтожить. Так, он сейчас подъедет. Мы его сюда в гусеницу. Вот. Готов. Так, здесь нет, никто не будет. Ну, какую-то я дачу слышу, да? О, нет. А! Так, ну давай, вертолет. Не, никого нету. Ну, сейчас будут танки. Вот, танки, я сказал. Так, ой-ой-ой-ой-ой, это нехороший дядечка. Меня щелкнул. Так, ну здесь 100% вертолеты пойдут. А, вот этот опять уже второй раз он летит, да? Сколько ж тебе это самое, сколько можно так летать-то? Да, не в очень хорошее место я встал. Так, все, вертолетчик готов. Давайте подлечимся. Хорошо. И нам нужно сейчас будет наперед ехать сюда. Стрелять. Все отлично. Так. Вот этого еще как-то бы щелкнуть, а? Вот нехороший тут тоже. Танкист вот этот. Так, и вторая подмога приехала, да? Угу. Есть, готов. Ждем. Не, вертолетчиков не будет. Надо подъехать немножко поближе. Еще ближе. Так, вот здесь стоим. Танк едет. Босс, наконец-то. Наконец-то, ребята, босс. Бомбардир. Да. Наконец-то он пришел. А, бомбардир, вонючка, ё-моё. Это не очень хорошо. Он сейчас начнет
Щелкать. А, промах, промах. Промахнулся. Так, надо не спешить, не спешить, не спешить. Есть. Еще, еще. Нет, мимо. Да как так? Ладно, ждем, ждем, ждем. Готово? А-а-а, мимо, 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 ребята. Один удар ему остался. Есть! Есть, мы его уничтожили. Наконец-то, наконец-то. Две серии я снимал. Наконец-то мы его щелкнули, ребятушки. Это победа. Это, безусловно, победа, ребята.